мы пошли вот там замок, думаю. И сейчас там бассейн, и, ну, и вот мой новый чудик. Это не чудик, это бобёр. Да, бобёр и с лыжами он. Привет, я... Привет, я бобёр, я девочка. Я люблю кататься на лыжи. Ура, будет очень весело. Вот так мы гуляем, Дианин скутер. У меня камер на плече. Как скотч. Да. Все, целуем, обнимаем и идем гулять дальше. Так, друзья, ну что, первый день осени. И как вы думаете, где мы сейчас встречаем? Парвис! Нигде вы не угадаете. Парвис! Вот мы где. Парвис! Парвис, Париж, да, Эйфелевая башня. Мы, конечно, много чего испытали, пока сюда доехали. С Версаля мы решили ехать сначала уже домой напрямую, но потом решили, что ну как быть в Париже и не заехать на Эйфелевую башню? Ну, это было бы уже по-свински не заехать, да, Дианочка? Ребенок счастлив, потому что мы на Эйфелевой башне. Сейчас мы здесь сделаем фотографии и будем ехать домой. Кстати, 1 сентября, всех Днем Знаний. Прекрасное первое осеннее утро. Встречаем в Париже вот с таким видом на Эйфелеву башню. Погода просто прекрасная. День отличный. И вот мы сейчас в Париже, около Эйфелевой башни. Позавтракали. И едем в Лондон. И уже где-то через 5-6 часов мы будем в Лондоне. Невероятно. Утро в Париже, обед Лондон. О, боже мой, я хотела снимать, а тут происходит. Что это такое? Все, проехали. А, все, мы остановились. Понятно, да. Проехали. Проехали мы это... Непонятно, что на вот ты хотел себе? Так, ну что, друзья, наше путешествие подошло к концу, подходит, точнее, к концу. Вот мы сейчас находимся в Кале, граница с Францией, с Англией. Вот, мы все прошли, нас ничего не спросили, что, куда, откуда, зачем, почему, всем все равно. Мы на самом деле должны были заполнить декларацию, что мы и сделали, указав, откуда мы едем, куда мы едем. И если мы указали, что мы едем через, были во Франции и останавливались, то нам необходима была двухнедельная самоизоляция. Ну, мы не очень хотим сидеть на самоизоляцию, тем более завтра все-таки начинается школа, а мы ее пропускать не хотим. И, короче, наши каникулы делать мы тоже не хотели, поэтому мы получилось так, как получилось. Мы заполнили декларацию, но у нас никто ничего не спросил, откуда и куда мы едем. Ну да, мы немножко схитрили и написали, что мы не были во Франции. Мы даже Францию просто не указывали, что мы поехали... Мы были во Франции, да, но мы ее просто не указали в нашей декларации, поэтому нам ни самоизоляция, ничего делать не надо. Ну, на самом деле, тут, по-моему, даже никто даже и не интересовался, куда мы едем или откуда, ну, куда это понятно, мы едем. Мы едем из Франции. Ну да, едем из Франции. Вот наши, смотрите, вот видите, мы уже сидим в табло, вот почему Женя дернулся для того, чтобы быстрее первым уехать. Женя, почему ты так хочешь домой? Да тут просто удобнее видно. Мама. И сразу ну вот наш номер Мама. Ди, вот такой вот дает номерок. Диана, пожалуйста, нам номер Ди. Вот сейчас мы смотрим на табло, когда загорится номер Ди, и мы поедем. И будем уже заезжать в наш поезд. А, на поезде, я так понимаю, скорее всего, выходить также будет нельзя, как это было и в начале лета, когда мы приезжали сюда. Ну, сейчас посмотрим. Ну, а так, конечно, погода уже чисто британская. Люди вот на улице сидят, стоят. Как бы коронавирус он-то есть, но люди уже настолько от него устали, что мне кажется, что его уже даже и нет. И все просто надоело. Так, наш вот показывает first call in one minute. Номер D. У нас отправление в 13:20. Сейчас у нас 12:39. То есть получается за 40 минут начинается посадка. Ну все, открылся наш шлагбаум, и мы едем заезжать в поезд. Вот и подходят наши каникулы к концу. Экспедиция. Ну, уже не было экспедиции, он тут что-то наэкспедировал. Так я вам каникулы. Борода оброс, все, я так с экспедицией приезжаю. Да. А не с каникул. Доигралась. Так. Ну вот все, номер 4. Нас ждут. И вот мы уже заезжаем.
У нас уже трафик. Какой там нижний? Я потому что не хочу наверх ехать. Ну, нижний, вот который первый не заезжает. Я думала, что они сначала все равно первые будут заезжать, нижние. А потом... Смотри, там еще выезжают. Ты только приехал, смотри, с одной стороны выезжают, мы заезжаем. То есть нам сейчас главное... Да нет, только вот... Выезжают, а, вот, ну, да. Видишь, только приехал. В серединку. Только вниз мы не поедем. Мы вверх, ой, не вверх поедем. Мы не поедем. Она остановит и скажет, едьте наверх. Да, она поболтала. А, ну да, видишь. А я скажу, что я не хочу ехать наверх. Скажи, меня качает. Да, да. Вот тетечка нас сейчас распределит. Сейчас. Так, ну все, подходят наши каникулы к концу, и заезжаем мы в поезд на Ла-Манш. Can we please go there? Thank you. Так, ну все, подходит наш Thank you. К концу, и заезжаем мы в поезд на Ла-Манш. Вот такой поезд, вы его уже у нас видели в первых выпусках. О, вот на самом деле, я не знаю, для кого это сделать. Диски. На Хонде бы такого не было. Ну и все, и вот получается, вот у нас уже поезд. Красивый, узкий для Range Rover. Вот у нас уже водитель нервничает. Вот так. И едем в самое-самое начало. Здесь еще туалеты, это же вообще жесть. Не буду задавать вам вопрос, как вы думаете, где мы? Вы уже, наверное, и так уже знаете, где мы. Все, мы уже приехали. United Kingdom и выезжаем на Folkestone. Сейчас вот машины впереди нас уже пошли на выход, и мы даже едем за ними. Сестра, он зеркалом ударился. Видишь, Каен тут не прошел. Ну, на самом деле, сделано очень-очень все узко. Да, могли чуть-чуть. Вот непонятно, зачем они торопились. Сделали бы эту дорожку с одной стороны, а машинам, чтобы было пошире. Нет, сделали вот под самые там. Сделали, люди, как диски сделали, царапают, да. Ну вот все, свет в конце туннеля, точнее в конце поезда. И welcome to United Kingdom. Ура! 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 Мы дома! Еще нам 2 часа, и мы будем.